Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Алимбет – народный букмекер. Дмитрий Анатольевич, сегодня игровой день такой с двумя матчами. Подведите его итоги, пожалуйста. Ну, этот день нам очень много дал пищи для размышления. В первом матче мы немножко видоизменили схему свою, посмотрели, как мы можем действовать от обороны. Там был положительный результат, но, естественно, качество игры на сборах всегда хотелось бы, чтобы было получено. То, что касаемо второй игры, естественно, мы понимали, что соперник мотивирован, но, тем не менее, это для нас стресс проиграть команде. Это хорошо, что это произошло сейчас на сборах. Да? Мы понимаем, что на данный момент слабое наше место – это игра в позиционном нападении. Мы создавали моменты, подходы, но этого мало, надо быть внимательным. Я очень рад, что эта игра сейчас все-таки нам показала, что нужно ответственно относиться к моментам к своим, нужно внимательно играть в обороне, потому что визуальное преимущество, оно не приносит результат. Отлично, у нас есть информация, будем ей распоряжаться. В принципе, день плодотворный, хороший, мы просмотрели много нюансов сегодня, которые нам пригодятся при анализе. Я доволен, что мы сыграли две игры сегодня. В принципе, задачу на сегодняшний день мы выполнили. Клуб объявил о переходе на правах арены двух футболистов. Просматривали их? Да, естественно, конечно, я смотрел этих ребят. Вот, несколько матчей, собирали информацию, совместно с руководством клуба принимали решение. Ребята должны присоединиться к нам в ближайшее время. Надеюсь, они усилят нашу команду. Да, у нас есть правила, здоровая конкуренция, то соответствует нашим требованиям, тот, естественно, будет играть. Но мы, повторяю, рады, что ребята к нам присоединятся. Надеюсь, их адаптация пройдет быстро, и мы ждем их.